Маша на заднем плане с ним. Ну так вот, и я узнала в интернете, что, оказывается, можно исполнить любое желание. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Так, к нам присоединился Саша. Итак, нам понадобится 2 стакана воды. Да. И для начала нам их нужно выпить с тобой. Да. Да. А тебе надо помочь. Ладно. Значит, мы немного пойдем не по правилам. И один стаканчик будет Саша, а другой Тёма. Да? Да, я хочу вот ты, а это тебе. Так, благодаря Саше мы выпили эти стаканчики где-то за 10 секунд. Да. Ты у нас молодец, ты был просто. Да. Да, умею. Так, значит, ставим наши стаканчики. Вот сюда, сюда надо. Чтобы они нам не мешали. Это вода. Так, ну что ж, теперь нам нужно определиться, что мы с тобой хотим получить. Да. Так. Я хочу самолет. Ты хочешь самолет? Да не то я. Нужно только одно желание выбрать. Я хочу самолет. Я хочу самолет. Так, ну, короче говоря, Саша хочет самолет, но так как желание должно быть одно, мы решили, что мы себе попробуем наколдовать планшет 23 века. Не, ну как бы интересно посмотреть, какой же будет планшет 23 века. А я хочу самолет. Да. Так, чтобы нам получить планшет 23 века, а я хочу самолет. Нам нужно 3 раза произнести: я хочу планшет 23 века. А я хочу самолет. И теперь наш планшет 23 века. А я хочу самолет. Должен оказаться у нас под подушкой. Да-да. Так, ну что ж. Открываем наш планшет 23 века. Ну я хочу. О, какой у нас планшет? Какой тебе? Беленький такой. А и вот черный. Да, и вот черный. Значит, о, тут уже все работает. Так, тут у нас инструкция. Вот, ты поменял. И заряд устройства. И ты поменял. Так, вот. Стандартная подходит под 2, наши 1. Розетки. 0. А да вот. Да. Вот. Да, под эту розетку она подходит. Да, и сюда. Так, сейчас все узнаем. Так, значит. Так, тут у нас только всякие Иллюзии. Так, сейчас я себе лайк поставлю. А мама мне. Это YouTube у нас. А где лайк? Так, сейчас я себе лайк поставлю. Ну, мне хочется. Тебе хочется лайк? Ну, вот, например. Это мой канал. Да, это мой канал. Вот такой.
самая интересная функция в этом планшете – это то, что он может открывать окно, точнее, открывать такой портал и, значит, телепортировать всех в мир динозавров. О, ничего себе! Посмотрим, как он это делает. Нет, не я. Ты боишься динозавров? Да. Тогда ты потянешь тут, а я пока быстренько телепортируюсь. Не я. Так. Ну что ж, мы берем наш планшет. Сейчас я покажу вам очень интересное приложение, которое, возможно, решит вашу проблему, которую вы мне задавали. Итак, меня часто спрашивали, когда я буду делать, значит, эксперименты со слаймами. Значит, я уже говорил всем, что мне не разрешают делать такие эксперименты, но у нас есть для вас хорошая новость. Когда мы заходим в Google Play, стоит нам набрать симулятор Лизуна, то перед нами открывается вот такое приложение Super Slime Simulator. Оно у меня есть, да, но я не уверен, может быть, это только для обладателей Android. Вот, я точно не знаю. Ссылку на это приложение я оставлю, но это только распространяется для тех, у кого Android. Если же у вас App Store, то тогда, я не знаю, сами посмотрите, либо, может быть, не может быть, значит, ну, в общем, если не найдете в App Store, тогда на вас это не распространяется. Итак, у нас есть вот такое приложение. Лизун. Да, это реальный симулятор лизуна в твоем телефоне прямо. Вот мы его сейчас откроем. Вот он такой у нас. Значит, это вот такой вот лизун. Значит, у нас тут есть классические лизуны всякие. Вот, это покупается. И самое главное, что лизуны можно делать самим. Вот, значит, что-то у меня он глючит. Я не знаю, что случилось вообще. Погоди. Вот, поэтому, значит, когда у вас сохранится подарок, то вы, значит, нажимаете на скопировать и дальше в комментариях под эти видео вы, если захотите со мной поделиться вашим лизуном, значит, вставите как ссылку просто, и я зайду и посмотрю, какой у вас лизун, и еще тогда лайк поставлю под вашим
комментариев. Вот. Но я не знаю, если получится, то я оставлю ссылку, ссылки некоторые в комментариях на лизуны. Но если не получится, то тогда не получится. Вот. Итак, значит, вот такое будет удостоверение ArtBell. Заместимости, как вы хотите, укажите в комментарии. На переднем плане будет либо вот такая картинка лоскика, либо вот такая картинка у вас селинга, либо же вот такая пушистика. Вот, и есть еще вариант, где лоскик, селинг и пушистик вместе будут. И где я лоскик, селинг и пушистик вместе на одном кадре. Я просто еще не нарисовал. Значит, показываю, что будет внутри. Значит, открываем наше удостоверение. И тут вот так вот будет написано: удостоверение ArtBell, кто-то там, ваше имя, как вы укажете в комментарии, значит, является активным подписчиком канала artyomilosov.ru, смотрит все видео, всегда ставит лайки и участвует во всех конкурсах. Тут у нас, значит, подписи лоскика, Артема, Сеенка и Пушистика и еще подпись такая. Значит, я выдаю значит, в течение недели, если вы напишите комментарий, как я скажу в описании, вот, и при условии я проверю, являетесь ли вы активным подписчиком моего канала, и напишу в ответ вам на комментарий, дам я вам или нет. Если не дам, то, наверное, это надо будет подкачать активность. Если вы по какой-то причине не можете написать мне комментарий, то есть там, например, у вас нет аккаунта, либо там еще какая-то причина, ну, в общем, не можете написать комментарий, тогда в описании я оставлю просто мой номер телефона. Естественно, вы в сообщении мне напишите то, что все остальные напишут в комментарии. Прям то же самое, только в сообщении. Вот. Ну и все. Ну что ж, вот такие вот новости и информация. Буду ждать вашего заявления о получении вот таких удостоверений ArtBell. Ну, вы были на канале Артём Белоусов. Все ссылки в описании. Если вы еще что-то не смотрели, всем